Всем привет, и вы на канале Женя Крутой. Помните, я говорил, что я снимал первую часть по Майнкрафту, и вот вторая часть. Я не говорил никаких лайков, я говорил, что потом будет просто часть. Меня просил кто-то делать вторую часть, помните? И вот я делаю вторую часть. Да, сегодня мы построим дом. Да, это вы помните все, наверное. И здесь у нас есть. Мы здесь строили, и сейчас сегодня мы построим дом. У меня есть топор, и сейчас мы добудем дерево. Пока что там этот. Нам еще нужно железная кирка, мы не будем ходить. Пока золото нам не нужно, тут будет золото. Или просто построим рядом. Так. Вот еще дерево. Все сломал. Еще дерево. Мне надо много, я помню, чтобы сделать дерево, я помню, сколько дерева. Ну, пример, я помню, как бы много надо. Где-то вот так. У нас уже дерево. Так. 58. Давайте так наберем. 58 уже хватит. Только надо одну нож, что сейчас я перерабатывать не буду. Ну, чтобы мне там не занимать, то я сейчас найду. А потом мы сейчас не будем. Мне как раз еще и ну вот 2016. Ну ладно, сейчас это будем. Как раз это так. Ну сколько уже? А, все, хватит 64,2. Так, палкин будет. Что это будет? Это горело. Так, а где наши эти печки? Ау. У нас нету брони, да. Так, лицо уже? Так быстро. Подождите. Не хватает? Как это? А, песок нельзя. А, песок нельзя. Как? Нас не хватает? Еще два переработала. Смотри, не хватает. Я разговаривал, яблочко нашел. Дерево какое-то. Не, дерево нам не нужно. Ну ладно, пусть будет, потом выкину. Давайте еще пока попробуем.
Так. Еще я придумал, давайте уже не будем ждать. Но нет, не так нужно. Давайте все сложим. Пойдем уже. Не знаю, будем добывать или не будем, но вот это хочу точно добыть. Потому что тут они и его убавили, но может я бы у него сделаю декор. Пока у меня нет. Это... Подождите. Еще. Ладно, сразу так, подождите. Это выкинем, вот это выкинем. А это не было как понимаете? Нет? Нет. Ну ладно, давайте тоже сломаем, пусть будет у нас. Это другой кирку ломается. Так. Ну что будем делать? Не знаю. Ну вот, сколько будет? Давайте посчитаем, сколько будет в этом. Вот один. Вот еще два. Представляете? А мог два найти еще. Так, ну вот еще. А, ну давай другую кирку. Давайте. Получается два. Пока что два, а я не знаю, мне уже было так. Ну все, короче, два будет. Ладно, пойдемте. Это все на земле этот, тем более не такой резкий, как корову надо. Ну даже из чего кровати нельзя сделать. А как мы перейдем? Ну короче, давайте пока что я выключу камеру, ну чтобы не тратить время. А мы тут были, помните, мы тут не были. Давайте я пока что выключу камеру и найду где-то мой дом, чтобы, ну, пока до утра. И все. Ну все, почти стало небо, но... Да, я нашел какой-то ход. Да, здесь будет ходить. Еще я увидел эти овец. Найти две овечки. Я их буду строить, потому что мы будем детей.
Я, мы вон там были. Я дошел, ну где-то 2 минуты шел. И вот нашел его. Я еще сейчас овечек. Дождь еще не закончился. А вот еще овечка. Давайте вот так. Кровать построить. Вон корова. Я думаю, овечка, это не овечка, это кура. Ну хотя бы корова. А вот овечка. И вот это. Ну я уже корову не буду, вот овечка нам нужна. Вот. Все. Давайте строить дом. Так. Для начала давайте. Делаем, короче, делаем потом. Так, начали. Так, хорошо, но сюда хорошо. Делаем вот так, да. Потом. Давайте третье, о, небо. Давайте третье окошко поставим. Ну и все. Теперь нам. Два окошка. Может быть, мы как-то сделаем. Вот так может быть. Я, конечно, делал дома по-другому, но я хочу так сделать. Знаете как? Ну и все. Вот так. Потом вот здесь еще одна кошка. Вот так. Здесь тоже кошка. Thank you.
все. Вот. Это что было? Вы видели? Овечка пролезла. Просто овечка пролезла через окно. Ну ладно, пусть пока что будет дома, если я сама вылезет. Так, теперь ставим наш стоит. А, мы пол не доделали. Ну, короче, сейчас сделаю и опять включу камеру. Ну все, почти доделал, все доделал. Только на земле у меня 51. Так, теперь я сделаю, значит, как раз 51 нам нужно. Теперь сделаю. Ой. Пол. А, да, вылезла уже. Значит, она раньше вылезла, когда здесь еще земля была. Она бы не прыгнула. Так. Или через... Я не смотрела. Сейчас все сделали. Самое главное, считай. Ну, теперь это будет похоже на дом. Теперь делаем вот это и вот это. Ну так, давайте это и что будет у нас? О, лошадь. Не знаю, я думаю, давайте вот это будет спальня. Ну ладно, давайте все сюда положим. Не, давайте сюда вот впереди будет. Да. Или здесь. Ну ладно, давайте здесь. Так. Кровать вот так, значит. Это сюда. И две печки. Вот. Ой. Секундочку. Две печки. Вот так. Ну и все. Теперь мы делаем. Кровать. И быстренько. Красный свет возьмем. Все, реально. А как сделать кровать? Вот так, что ли? Ладно, давайте. Так. Другом. Верстак первый. Сюда верстак и печки вот сюда. Вот как я прыгать буду на кровати. Ну ладно, давайте верстак на готово установим. Верстак тоже вот так. Так, давайте посмотрим. И пока что давайте положим это, чтобы стекла сделать. Я думаю, как крышу делать, я не буду вам показывать. Очень долго будет. Ну ладно, давайте чуть-чуть сделаем крышу. Так, если я буду вот так, получается. Нам надо выходить. И делать еще один этаж. Ой.
21 минуту. Так. Здесь сделать. Ну ладно, давайте тоже так сделаем. Я сделал крышу, и теперь самое главное, лучше делаем двери. Подождите, вас обманываю. А где дверь вообще? А вот дверь. Я делаю. Так. Первая дверь вот так. Вторую дверь сюда. Ну все, дом готов. В следующем ролике, я думаю, мы здесь все доделаем. Я пока что трогать ничего не буду. Ну, давайте стекла доделаем. Да, давайте стекла доделаем и все. Стекла доделаем. И декор, кроме того, это все сделаем потом. Третью часть. Давайте только сейчас сделаем. Только сейчас мы сделаем сундук. Зачем это сделать? Ну ладно. Сделаем сундук сейчас. Поставим его. Да, сундук будет. Ну что, свет пропал. Ну ладно. И сюда, и потом здесь еще будет. И все. И еще. Все, стекла закончились. Так. Аккуратно ставим. Это близко такое, ну ладно, нормально. Ну все, вот и я оставлю 6. Ну да, я говорю, декор сделаем третью. Ну, с вами был Женя Крутой. И всем пока-пока.